Ну что, продолжим? Ты пытаешься угадать, почему я убила твоего папу. А я тебе говорю, холодно или горячо? Что тут угадывать? Ты думаешь, что он предал твою маму? Горячо. Очень горячо. Только это не так. Он был хорошим человеком. А вот это уже холодно! Твой папа был последней сволочью. Он обещал жениться на моей маме. Она ребенка от него ждала. А он ее бросил. Сбежал от нее. Невесту другую нашел быстренько. А когда мама к нему приехала, он ее выгнал и заставил ее сделать аборт. Я помню, как мама плакала. Да неправда, он не мог так поступить. Он даже не дал ей денег на приличную клинику. Мама умерла от сепсиса. Ты теперь понимаешь? Это было очень давно, и даже если это так, это ошибка. Он просто ошибся. Ошибка? Ты это называешь ошибкой? Да как ты не понимаешь, что когда ты жила в роскоши, я ютилась по коммуналкам с бабушкой, у тебя было все! Дом этот шикарный! Мама, папа, а у меня ничего не было! Ничего, ты у меня все забрала, все, что было мое по праву! Я ничего у тебя не забирала! Ты сумасшедшая! А он... У нас все было хорошо, пока ты не появилась. Ты появилась и забрала его у меня. Ты про Сережу, что ли? Про Сережу. Ну не о папаше же твоем, ненаглядном. Он ничего не знал обо мне. Я ничего не знала о нем. У нас все было хорошо. Мы бы уехали. Я бы ему ребенка родила, сына. Но он бы простил меня. Он бы вернулся ко мне, если бы не ты. Ты разрушила все, что у меня было. Я ничего не разрушала. Я ничего тебе не сделала. Ничего, ничего. Я сейчас это все улажу, а он ко мне вернется. Тебя же посадят. Не волнуйся за меня, Кать. Я с этим тоже разберусь. Ah!